В этом отношении больше всех меня порадовал один человек. Я в театре на Таганке в Москве часто выступаю. Он пришел и говорит: перестаньте дурить людям головы со своей гирей. Мы пробовали, она не пробивает люк канализационный. Начнем с рекламной паузы. Дети, кстати, правильнее говорят. Они говорят: брехламная пауза. Значит, итак, брехламная пауза. Новый Ферри мне помог отмыть посуду от жира. И теперь у меня только одна проблема. Как мне отмыть посуду от нового Ферри? Собери 10 тысяч пивных крышечек и стань обладателем самой большой коллекции пивных крышечек. Уже с 14 лет я начал пить, курить и морально разлагаться. Но потом я попал в церковь «Новое поколение». И понял, что лучше бы я пил, курил и морально разлагался. Жена, вот уже 20 лет меня не покидает чувство, что мой муж мне изменяет. Но я никак не могу его застукать. Муж, хорошо иметь домик в деревне. Объявление. Продам квартиру в центре Киева или поменяю на поселок городского типа в Ивано-Франковской области. Штирлиц ехал по Берлину на своем черном Мерседесе. Он еще не знал, что война скоро закончится, ему, как герой Советского Союза, подарит Запорожец. Журналист пришел на репетицию к Роману Виктюку. Журналист: что вы сейчас ставите, Роман Виктюк? Мы ставим спектакль «Белоснежка». Журналист: а почему у вас 8 гномов, а один из актеров? Я не гном, я Белоснежка. Звонок в дежурную милицейскую часть. Здравствуйте. Вы вчера присылали наряд по адресу улица Свободы, дом 3, квартира 47? Да, имели место нарушение общественного спокойствия, громкая музыка. Подождите, послушайте. Передайте им, пожалуйста, пускай еще раз заедут. Они тут забыли фуражку, пистолет, да и фотки посмотрят. Прикольные получили. Мужики, у меня хомячка украли. Как украли? Ну, я его в машине оставил, сам в магазин пошел, возвращаясь, машины нет. Как я теперь без хомячка? Объявление. Куплю 47-ю, 49-ю, 54-ю и 79-ю струну на пианино «Октябрь». Или продам пианино «Октябрь» без 47-й, 49-й. А мы с женой долго спорили, как назвать ребенка. И знаете, потом решили просто наугад ткнуть пальцем в календарь с именами. Ну и что за имя выбрали? О, редкое. Тираж 5000 экземпляров. Загадка. Сидит девица в темнице, а коса на улице. Страшный сон Юлии Тимошенко. Не передавайте никому. Надпись на 24-этажном доме, на стене, в районе предпоследнего этажа. Надпись на стене. Граффити на высоте – это круто и без опа. Кто вы? Добрая фея. А почему с топором? Настроение что-то не очень. Студент отвечает преподавателю. Несмотря на то, что внутренняя жизнь Вронского была на полной страсти, внешняя жизнь неудержимо катилась по прежним рельсам. Преподаватель: вы знаете, хватит. О герое романа вы рассказали достаточно. Теперь расскажите о героине. Героин – сильная вещь, профессор. Дорогой, ты купил мне на 8 марта подарок? Конечно, дорогая. А он мне понравится? Ну, если не понравится, отдашь мне. Я о таком спиннинге давно мечтал. Ну и загадка. В вагоне поезда ехали русский, белорус и украинец. Вопрос. Кто у русского украл газовую зажигалку? Наши славянские новые сказочки. Ну, к примеру. Мне кажется, мы бы неплохо друг друга дополняли, сказал Колобок всаднику без головы. Отрубил Илья Муромец змею Горынычу среднюю голову, а змей как завопит: супер, теперь я похож на герб. Жар птица, кричал Иван Дурак, увидев курицу-гриль. Сказка о рыбаке-рыбке, современный вариант. Отпусти меня, старче.
Я б тебя отпустил, но судя по тому, что я разговариваю с рыбой, меня самого еще не скоро отпустит. Кто сидел на моем стуле, кто пил из моей чашки, кто... Господин Медведев, это бывший кабинет Путина. Ой. Ой, а у Путина, говорят, недавно я с ним не знаком, я и с Медведевым не знаком. Говорят, недавно в кулуарах, говорят, у него спросили, кто будет теперь, по-вашему, после Медведя президентом. Он посоветовал посмотреть фильм «Возвращение резидента». Вот что мне нравится, наши такие анекдоты сочиняют. Во время выборов русский гениальный народ придумал анекдот. Добрый. Медведев звонит своей маме перед выборами, а мама спрашивает, ну что, Дима, волнуешься? Он говорит, мам, хоть ты не подкалывай. Нет, к этому надо с юмором относиться. Поэтому в заключении такое наблюдение. По мнению психологов, на взрослую жизнь человека оказывает влияние игрушки, которые были у него в детстве. Так, например, Джордж Буш любил играть в оловянных солдатиков. Наташа Королева ложилась спать с плюшевой обезьянкой. А у Владимира Путина был заводной медвежонок. Но все рекорды побил губернатор одного города сибирского. К нему приехал Путин, а он его повел в храм свежевыстроенный. И сказал Путину, не ведают, что говорят. Мы этот храм, Владимир Владимирович, построили с вашей Божьей помощью, сказал он. Путин глазом не моргнул, ответил ему. И впредь будем вам помогать.